Давай дружно в ряд! Я в наш отряд! Спроси у жизни строгой, какой. Мы рады приветствовать вас на лучшей смене этого года, на олимпийской смене. Ты помолчать пришел? Хоть этот путь неведом. Ты свою девушку на пение провожаешь? Иди дорогой добра, иди за следом. Местные есть здесь? Есть, но в лагерь они не ходят. Боятся. В нашем лагере все в порядке. Ничего странного не замечал? Мне мерещится. Когда мы отсюда уедем, здесь что-то останется от меня. Что ж ты за место такое? Здрасте. Вы что-то знаете? Картина всегда одна и та же. Жар, недомогание, тошнота. Во что ты превратился? Вот сейчас? Мне так классно! Лукунов, давай, давай, расскажи, расскажи, чем тебя не устраивает наш коллектив? Кто-то же их такими делает. Да может, вообще уже все инфицированы. Должен же быть какой-то выход. Вы уверены, что пойдете до конца? Что не струсь? Я никогда не ощущала себя такой нужной. Все обрело смысл. Какой ценой? Тебя в порошок сотрут. Ничего не бойся. Возьми свое сердце, зажги его смело. Отдай его людям, чтоб вечно горело. Это высшее предназначение. С молчаливого согласия равнодушных. Ты мне еще книгой крылатых выражений по голове стукни, может, поможет.